Рада вновь приветствовать всех на моем кулинарном канале. В этом видео хочу поделиться совсем несложным рецептом торта «Пьяная вишня». В сухую миску разбиваю 6 больших или 8 маленьких яиц комнатной температуры. Добавляю сахар и взбиваю в течение 10-15 минут до увеличения пышной массы. Затем в эту миску всыпаю в 3 этапа муку вместе с какао и лопаткой плавными движениями перемешиваю, чтобы масса не осела. Форма у меня 23 сантиметра. На дно выстелила пергамент, смазала сливочным маслом и переливаю туда мою массу. Ставлю в духовку, выпекаю в течение 35 минут при температуре 150 градусов. Тем временем подготовлю начинку. Для нее мне понадобится сливочное масло, сгущенка и темный шоколад. Все ставлю в микроволновку. В течение 1 минуты все должно растопиться. После того, как бисквит спекся и остыл в течение часа, отрезаю верхнюю шапочку. Серединку бисквита полностью удаляю и при необходимости ломаю на мелкие кусочки. Теперь подготовлю начинку. В нее же добавляю вишню, все тщательно перемешиваю и буду заливать в мой бисквит. Как правильно подготовить вишню для этой начинки, обязательно оставлю в описании под этим видео. Такой торт я украшаю глазурью с добавлением грецких орехов. Для нее мне понадобится молочный шоколад, сливки, растительное масло и мед. Мед, конечно же, по желанию. Я добавляю его для блеска. Ставлю в микроволновку, немного разогреваю, а затем еще пробиваю погружным блендером. Всыпаю орехи и заливаю полностью глазурь на торт. Конечно же, небольшое количество такого шоколада остается. В течение недели вы еще можете его использовать в приготовлении каких-нибудь вкусностей. Убираем в холодильник охладиться примерно на 1 час. Вот такой шикарный и очень вкусный торт сегодня у меня получился. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. И не забудьте подписаться на мой канал. Всем удачи и до новых встреч в моих новых, еще более интересных видео.